Всем доброго дня, девчонки и мальчишки. Погода сегодня замечательная. Господи, какая же прекрасная погода. Просто шикарно. Ходишь по улице и просто вот наслаждаешься. Свежий воздух, солнце. Боже, и такой замечательный день. Просто я вообще кайфую. Кайфую. Меня, в общем, задавали вопрос про Севиль. Как Севиль там худеет. И про мальчика, который болел раком. Ну что, девочки, мальчики, у меня замечательная новость. Эмильчик выздоровел. Все замечательно. Я встретила тут недавно бабулю Эмильчика. Мы с ней постояли, как говорится, и поплакали, и посмеялись. Боже, как я счастлива. Они недавно сделали МРТ, потом они сдали анализы. И вот эти две опухоли, которые были в голове, они рассосались. Боже, как... Мы стояли, просто вот, я говорю, у меня такое было, знаете, вот, я не знаю, это такая была радость, это такое было наслаждение от того, что люди просто победили эту болезнь, тем более у ребенка. У меня сейчас до сих пор, вот, у меня мурашки по коже. Денег собрали очень хорошо, где-то там, ну, 1 000 000 с лишним нужно было. Да, по-моему, где-то так вот Лиана мне сказала, мама Эмиля. Вы, наверное, помните, да, эту историю и смотрели этот. В общем, они везде собирали, они везде искали помощь. Им какие-то помогали актеры. Лиана выставляла это все в Инстаграм. Я все за этим следила. Потом, значит, Лиана, кстати, моя бывшая коллега. Мы работали вместе в Додо Пицце на кассе. Она работала в первую смену, а я во вторую. Может быть, я рассказывала, не рассказывала об этом. Вот, есть такая актриса Манник, по-моему, да, у нее фамилия. Она, в общем, помогала тоже, она подключилась, это актриса. Вот, ну, в общем, боже, вот я говорю, что это вот не передать просто. Какие-то ощущения, когда, как ли она плакала, как она переживала. Вообще, поначалу оказалось, что у него болезнь. Не сахарный диабет. Не сахарный называется диабет. В общем, оказалось, что это тоже от нервов, что это какой-то перезагруз у ребенка, от того, что это переезд с другой страны в нашу страну, да. А вот, что пошел он в школу здесь, тоже, видать, какой-то стресс. Ну, в общем, все. В общем, все завязано на нервах. Вот. И потом уже, когда вот все было хуже, они уже там сделали МРТ, сделали анализы, и, в общем, оказалось, что у него две опухоли в головном мозге. Боже, как ли она плакала, я помню. Я приду на работу, она плачет. И, знаешь, все вот так вот, знаешь, и молчит, ничего не говорит. Я вроде как спрашиваю, Лиан, что случилось? Может быть, что там муж обижает или что-то? Она молчит. Потом, значит, какой-то прошел период, она говорит, Ксюш, ты знаешь, у нас рак. Я говорю, как рак? Она говорит, да, у нас рак. Я говорю, у Эмиля рак. У меня... Я вот просто так вот, блин, и думаешь, а как же человеку помочь? Я просто не знала, как помочь. И просто думаю, если я сниму видос, может быть, кто-то действительно поможет и просто хотя бы перечислить миру по нитке, как говорится, голым рубахом. Вот, я говорю, Лиан, давай, говорю, видос снимем, говорю, я приеду в больницу, мы это дело все обсудим, ну, как-то, знаете, выдвинем это как-то, люди посмотрят, я думаю, что обязательно помогут. Ну, в общем, люди помогли, вам низкий поклон от Лианы и от меня лично, почему? Потому что, вы сами понимаете, это настолько вот эти переживания все, и вот когда ты ждешь, да, нет, помогло, не помогло, это реально просто. Вот эти ожидания, это страшно. Вот. И, в общем, я тут вначале встретила бабулю, в общем, свекровь у Лианы. А потом я встретила саму Лиану на улице. Я говорю, Лиана, что у вас, как вы? Она говорит, все хорошо. Мы как с ней обнимались, как мы с ней целовались. Боже мой. Я говорю, вот это непередаваемое ощущение, когда действительно ты настолько счастлив от того, что просто... Маленький человечек выздоровел, что у него все хорошо теперь. Сейчас, значит, Эмильчик находится дома.
Вот, ну, естественно, под присмотром врачей, и мамы, и папы, и бабушки. В школу он пока не ходит, потому что стрессовать вообще нельзя. А, естественно, учителя занимаются, ну, как называется, по интернету. Вот. Что еще? Естественно, определенная диета у ребенка, питается правильно, какие-то продукты вообще категорически нельзя. Ну, я как понимаю, что, наверное, жареная, химия и так далее, да, ну, как бы только все натуральное и, наверное, ПП, я так думаю. Мы просто с Лианой это не обсуждали, именно диету, но Лиана сказала, что, типа, строгое питание и нужно есть определенные продукты. В общем, ну, что сказать, на улицу он так выходит, конечно, гулять, естественно, но ненадолго, потому что, ну, естественно, как сказать... Опять же, вот эти стрессовые ситуации, вообще, они не должны быть сейчас в жизни Эмиля. Ну, хотя, как в нашей жизни не стрессовать, да? В общем, вот вы хотели услышать про эту историю, да? Я сейчас вам ее рассказываю. Ну, боже, ну как же я так вообще прямо, я так рада. У меня просто на душе такое вот... Прямо и погода такая, и новость такая, и все. Я прямо счастлива, честно, девчонки. Я думаю, что вы тоже порадуетесь за ребенка, за Эмильчика, что у него все хорошо. В общем, деньги собирали всем миром. Всем народом, всей землей. Просто на все. Тем более люди приезжие, если бы они были москвичами с пропиской, то было бы все намного бы проще. Потому что лежать в больнице надо было платить, естественно, за койко-место. Вот. Естественно, у родителей таких больших денег нет. И они еще и купили квартиру в ипотеку в Подмосковье. И по-моему, вот только-только недавно они гражданство получили. Перед тем, как, по-моему, вот Эмиль выздоровел. И... Понятное дело, что денег просто было очень много. Надо было прям вот... Я не помню, сколько химии было у него. По-моему, 4. Ну, я не буду врать, но, по-моему, где-то 3-4 точно химии было у него. Да, очень тяжело переносил. Естественно, что есть не хотел, и тошнило. Ну, и вообще все. Лиана говорит, там было все. И вроде бы надо заставлять ребенка есть, а вот он не может, не хочет, его плохо. Ну, в общем, все прошли, и воду, и медные трубы, все. В общем. Ну, в общем, они молодцы, я Лиана горжусь, она как мама просто железная. Ну, она восточная женщина, она как бы, знаете, вот... Как сказать, она не показывала никогда то, что она вот прям вот пала духом. Не было этого. Я за ней не замечала этого. Она прям такой стойкий оловянный солдатик. Она умница. Она не говорила, что все, мир рушится, все, я ненавижу там Бога, ну или так далее, да, как некоторые, знаете, там. У меня есть знакомая, у нее умерла сестра в раннем таком возрасте, ну, в молодом. И вот она сейчас говорит, Бога нет, я его не люблю, я его ненавижу, я не понимаю. Ну, я всегда говорю, да, слушай, успокойся, это не говорит о том, что в этом Бог виноват. Ну, как бы я вроде как хочу на положительное, да, какие-то там моменты показать, что дело не в этом, то, что он у тебя его забрал. Вот, так что, вот, и Яночка молодец, ну, вся семья молодец, потому что все поддерживали, все, в общем, родственники дальние собирали на своей родине деньги, Лиана со своими родственниками собирали в России деньги, ну, в общем, все старались, все могли и победили эту страшную болезнь, слава Богу, тьфу. Господи, всем мира, всем здоровья, всем добра. Просто вот я говорю, что дети — это вообще самое-самое святое в жизни. Все, что может быть. Я вам желаю никогда не болеть. Ну, или болеть только УРЗ. И то. Очень легкой формы.
Вот. Так что всем всего доброго, хорошего дня. Я вас всех обнимаю, целую. Пока-пока.